Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи, у кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена, на канале Вивьена «Эзотерика и жизнь», где у нас все о нем. И это все о нем. На другом канале «Ведунья Вивьена» вы можете узнавать о себе и что вас ждет. А также в группе Telegram мы общаемся, разговариваем, я вам даю советы, отвечаю на многие ваши вопросы. Ну а кому надо лично, пожалуйста, вы мой контакт видите. Плюс 995-593-36-95-44. Телефонный номер записан в международном формате. WhatsApp, Viber, Telegram, пожалуйста, пишите. Не надо звонить, я не могу вам ответить, потому что принимаю людей. Я благодарна вам, мои любимые подписчики, за донаты, за подарки, которые вы присылаете, за ваши отзывы. В сообществе посмотрите на другом канале отзыв от Натальи, который мы делали чистку совместно с Надеждой. Когда мы, помните, говорила группы, вы можете воспользоваться. Была не просто акция, а было от души, называется. Кто успел, тот не опоздал. Ну а кто всегда опаздывает, тот всегда и платит больше. Это так пословица славянских. Но не важно, не об этом. Я вам всем очень благодарна. Проверьте свои подписки и начнем. Проверьте, потому что YouTube сбрасывает подписки. То есть сначала прибавилось опять подписчиков, теперь YouTube прям опять активно взял вычищать все подписки. Непонятно вообще кого, те даже те, которые смотрят. И мы сегодня будем с вами смотреть, какую игру он со мной затеял. То есть затеял с вами, какую игру, что он хочет. Так, у нас потухла свечка, потому что надо было ее заменить. Тогда мы обычную включим, как я говорю, включим обычную, чтобы свечка горела, потому что это магия огня. Огонь. Огонь нужен обязательно. Ветер, огонь, воздух, земля. И пятое – космос, Вселенная. Так, и давайте смотреть сначала... Сначала его, как бы, энергетическую характеристику, какой он. Давайте смотреть, какой у нас наш он. Так. Заходите в Дзен, заходите в ТикТок. Сейчас еще стала выставлять видео короткие. ВКонтакте, клипы. То есть, если вы заходите на мою страницу ВКонтакте, там я Вивьена, Вивьен. Русскими буквами набираете, кириллицей, Вивьена, Вивьен, я выскочу. И там есть и клипы короткие, смотрите, я теперь выставляю, там их много. Ну и давайте все успокоились, отставили все свои бокальчики, стаканчики. Кто-то грызет яблочко или сухофрукт. Вот такой вот прям пахнет хорошо. Ой, уже клубника же, у нас клубники уже есть. У многих тоже уже есть в Краснодарском крае, например. Или кто в Турции, Азербайджане, в Армении. Так, и загадываем его. Представляем с открытыми глазами его, что у него сейчас энергетически. Мы будем искать его. Давайте мы его будем искать. Вот так мы будем. Мы будем искать его. И найдем, где он, с кем он, ничего у него. Будем искать его, нашего любимого, дорогого, замечательного. У каждого он свой. Кто-то злится на него, кто-то очень любит. Девчонки, не прилипайте. Не прилипайте к ним. Мы сильнее, не прилипайте. Это догмы, которых нам научили, что мы должны прилипаться. Не должны. Мы должны любить. Не должны. Мы любим и даем это тепло. Видите, запрятался-то. О, прятальщик-то наш. Прятальщик наш. Не видно. Не видно. Ой, смотрите, как он улетел. Улетел. Далеко. Кто-то мешает ему. Возможно, выпивка или что-то еще. За горами, за долами потерялся наш юнец. Потерялся молодец. Вот он, молодец. Сейчас я всю карту вытащу. Подберу та, которая упала. Упала звезда. Где-то далеко, где-то он витает в каких-то облаках.
Эта карта упала. И у него что? Что у него? Он думает что-то о доме. У него какие-то проблемы. Возможно, с деньгами, с работой, еще с чем-то. Что-то связано с муниципальными органами, государственными. Может, у кого-то бизнес. Знаете, такое ощущение. Или у него какая-то произошла кража. Кража, может быть, и моральная, и материальная. Потому что вот. И он ждет какого-то сюрприза. Не знаю. Сейчас человек в каком-то раздумстве, задумстве. Так что у него... У него сейчас прока... Знаете, он надеется, что ему поможет семья, родители, его кровные родственники, но кто-то или очень близкий. Он надеется там на то, что его родовые какие-то воспоминания, память родовая поможет. Может быть, он к Богу вознесет свои глаза и руки и скажет: «Творец, помоги мне, я не знаю выхода». И тогда, когда мы четко задаем вопрос, нам приходит четкий-четкий ответ в течение 3 секунд. Запомните, 3 секунды дают вам ответ. Все остальное — ваш разум и выдумка вашего мозга, воспаленного или чуть-чуть воспаленного. Потому что когда мы влюблены или страдаем, это уже психиатрия мозга, это наша болезнь, это наше мучение. Так, его мы посмотрели. Ну, давайте перейдем к тому, что хорошо, не будем вас, я только в 2 словах посмотрю. А вы какая сейчас? Ну, сейчас вы у нас из искры возгорится пламя, и будет оно гореть вечно. Но чего-то вам мешает. Вы знаете, вот действительно, ваши мысли, ваши скакуны, вам мешают ваши навязчивые какие-то мысли. У кого-то, девочки, возможен алкоголь. Ни в коем случае нельзя, потому что здесь говорят, иначе сгорите. Никаких сильнодействующих препаратов, даже валерьянки в больших количествах, не надо, вы сгорите. А вообще у вас такой настрой внутренний вам дается. Ты можешь все, ты как солнце светишь. Но если ты, вот тут прям предупреждение для вас, не у всех, не пишите мне, а я нет. Конечно нет, это общий расклад. Я говорю вам, в общем, нельзя сильнодействующие препараты и алкоголь, и еще кое-что. То есть и здесь предупреждение. Ни в коем случае. Это депрессия, может быть, у кого-то. Нельзя вам дана свыше сила светить. Светить всегда. Светить везде. До дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Владимир Владимирович Маяковский. Вот вы такая. Подходим, смотрим дальше. У меня сегодня хорошее настроение. Сначала начнем смотреть на этих картах. У меня иногда не входит, я здесь не вижу. У меня теперь так камера стоит, что я не вижу вот с левой стороны, что у меня творится. У вас это будет как бы с правой. Ну, давайте смотреть, какую игру этот человек с вами затеял. Прям первая карта. Какую игру? А, игру в дурачка. Молодец. Знаете, это может говорить о том, что человек влюблен. Потому что, когда выпадает карта «Дурак», и мы смотрим на отношения, то это часто бывает, когда человек влюблен. Игра в дурачка. А дураки всегда приходят по правильной дороге. И там, где крутится шанс, в таких вот домах, где раз и крутится, дуракам всегда везет. Ну, давайте посмотрим, какую он игру затеял. Знаете, он за вами следит. Если вы расстались или что-то у вас... Он за вами следит или через кого-то следит, возможно, через интернет-сети всякие. И вас он считает, что вы, ну, что вы жесткая такая, что ли, или очень такая правильная. Он вас как-то побаивается. Почему он вас, ну-ка, давайте так посмотрим, почему он вас побаивается. Игру-то он затеял. Игру он затеял правильно. Скосить под дурачка. Но он вас... Почему он такую игру затеял? Потому что он вас боится. Понимаете? Он вас боится. Вы главная домоуправительница. Помните, как у Карлсона? Когда главная домоуправительница. Да, он вас боится. Знаете, потому что он влюблен. Он влюбленный, потому что если вы уже в отношениях или связаны общими, общей нитью, это когда...
мужчина и женщина соединяются вместе, они связаны общей нитью. И тогда это действительно привязка. Настоящая привязка, которую, когда расстаемся, нужно тоже разбивать, как если бывают привязки, которые специально делают. Почему он вас боится? Он действительно вас боится до смерти. Он боится, что вот вы какая-то, может быть, правильная для него. Может, верующая в Бога как-то. Ну, вот, вот такая вот он вас боится. И игру он затеял, да, он будет играть якобы под дурачка. Но могу сказать, что чувства у него есть. Давайте посмотрим, какие чувства у него к вам есть. Ну, знаете, здесь могу сказать, что у многих, кто смотрит, сейчас расклад разрушения отношений или отношения были разрушены. Здесь у него что? У него не просто любовь. Вот посмотрите, что тут вышло. У него не просто любовь, разрушение, разбитое сердце. И выбор, и любовь. У человека был выбор. И вообще карта влюбленные выпадает тогда, когда мы смотрим на отношения, как действительно чувство любви. Но это чувство и выбора. А знаете, у него что-то болит. Болит, именно душа болит. А что ты так? Почему ты вот, у тебя разбитое сердце? Друг ты наш сердешный-то. Друг ты наш сердешный. Обожгла тебя эта женщина? Девчонки, вы его обожгли своими лучами. Лучами любви, стрелами Амура. Ну, тут что-то разрушилось. Тут прям тяжело разрушилось. И разрушение, понимаете, возможно, этот человек сам посодействовал разрушению или чего-то вот прям не очень хорошее в паре. Но теперь он пытается по-другому. А вы-то очень сильные. Вы меч в руках держите. Почему у него такое разбитое сердце? Ну да, здесь идет, что мужчина или отошел от вас, или вы его послали на три буквы. Или расстояния какие-то. А теперь он помнит, теперь он хочет... Ой, извиняюсь, он хотел чего-то рисковать из-за какой-то молодой мадамки или просто из-за крыльев любви, которые в интернете порхают на разных сайтах и чатах и везде. Ну, вот как будто, знаете, как будто он отошел чего-то поймать, какую-то сверхжар-птицу. Но, увы, псица оказалась с кулюками и с орлами. Какую он игру затеял? Теперь он хочет каким-то образом сделать реванш. И чтобы прошло какое-то примирение, или с вами как-то примирение, чтобы было, чтобы вы на него посмотрели... С другой стороны, но самое интересное здесь идет то, что он от вас получал очень огромную силу. Вот чем мы отличаемся мужчины от женщин? Мужчины умеют строить и разрушать. На это нужна энергия. То есть они сначала разрушают, там бабам-бабам, на ровном месте и дотла. А потом они начинают заново строить и на этом, на пустом месте опять клепать деньги. Но для того, чтобы строить, и даже для того, чтобы разрушать, нужна энергия женщины, которая толкает на какие-то великие свершения и победы. Вот вы это давали, вот какое-то умиротворение и пендель волшебный давали. И он хочет каким-то образом на какой-то козе к вам подъехать. А дело в том, что он очень любит... женщин. Он любит, чтобы его ублажали, чтобы вы его ублажали. И он будет под дурачка. Он будет вам говорить, ты разбила мне сердце, ты моя любовь нескончаемая. Ну, а потом, как всегда, я подарю тебе все звезды вселенной. А потом обложит вас грязными кастрюльками, которые вы будете драить. Потому что посудную машинку он может забыть купить или будет каждый раз откладывать, но никак не хватать. Жадноватый тот мужчина, он любит, чтобы его ублажали. Игру он затеял такую с вами. Давайте еще по-другому посмотрим. Игру он затеял, что он хочет вас обхитрить, обумудрякать. Ну, а потом, прям слово выскочу, а потом насракать. Ну, знаете, принимайте мужчин, как маленьких детей. Они действительно делают необдуманные поступки, потому что, ну, они канадские, как я говорю, канадские дровосеки. Они дровосеки. Они всю жизнь рубили деревья и ходили на мамонтов. А мы их ждали в пещерках, чтобы они мамонту ножку большую принесли.
Так, что он все-таки затеял? Здесь может быть, что человек находится где-то, ну, может быть, и в армии, там, где людей много в формах. Но дело в том, что между вами и им есть какой-то враг. А это женщина, которая нам, ну, старше, что ли, или старше по жизням древним. Он затеял, хочет перешагнуть через эту женщину, которая мешала. Да, она с кем-то вдвоем, даже втроем они там шуршукаются, тетки эти. Это не значит, сколько им лет, 18 или 60 или 70. А тут идет, что у него любовь. Поэтому он не знает, что делать. И он думает, что да, я буду как дурачок, и, наверное, тогда она, ну, тогда она меня простит, что ли, тогда она станет мягче. Или тогда она, ну, тогда она будет моей. Могу сказать, что он переживает за вас. Он думает, что вы, это вы, ведьмушка-то, колдушка. У девчушки вы какие молодцы. Все ведьмушки и колдушки. Он верит, что это вы так сделали, что, наверное, заворожили со всех сторон. Он не понимает, что бывает еще сила любви. Да, вот видите, он четко прям, да. Магия там, ты вообще там могучка-магичка. Колдушка ты моя, ведьмашная. А он думает, что он к Богу будет проситься. Но он не может без вас. Он, знаете, у него аж раздирает. Ему действительно так хочется. А он не может. Вот понимаете, я не знаю, что ему там связали, чем ему язык нормально. Он не может, он под дурачка косит. Ну и слова получаются дурацкие, если он пишет. А если на это он думает, то он может напиться или что-то такое. Ну просто в каком-то таком состоянии быть. И вот сам с собой веду я беседу. У него так. Ну что у нас тут? Знаете, тут человек нафигачил чего-то и сам. И ревность была, и все было. Теперь он получает тумаки. Тумаки он получает не только из-за вас. Он получает тумаки вообще по жизни. Он получает тумаки. Почему ты, милый, дорогой, получаешь тумаки по жизни, а? Что это тебе так жизнь натумачила-то, а? А потому что, знаете, он всегда пытался женщин на веревочки водить, манипулировать. А теперь он сам стал на веревочке. Да, почему? Потому что такое ощущение, что он как закрытый. Это может быть все что угодно. Это может быть комната закрытая, это он, может быть, морально закрывается от всего, то есть закрытый. Он, могу сказать не так, он закрывает свое лицо, свое дыхание от превратности жизни. А нужно не закрываться, не закрывать дверь на ключ, а нужно выходить в люди и ораторствовать, и говорить. Понимаете, открываться этому миру. Да, вот видите, четко вышла карта. Открываться. И ему идет, откройся этому миру. Откройся этому миру, уйди вперед. И вот такую игру он затеял. А он затеял играть в дурачка, а ему Вселенная говорит, что нужно не так. Ты уже додурачился, что теперь тебя за ниточки дергают. Ты уже одурачился, и ты вместо того, чтобы идти вперед, закрываешься и прячешься от решения проблем. А будет ли он решать проблемы? Ну, вот это как раз посмотрим настоящие карты. А будет ли он решать эти проблемы? Потому что игру-то он затеял, в общем-то, неплохую. Потому что вот так вот можно сыграть чувствами нашими. Но здесь что-то человек совсем затерялся. Вы знаете, как будто потерялся в трех соснах. Будет ли он действовать в этой игре? Он же затеял эту игру. Знаете, у многих будет. Через родственников, через общество, через кого-то. Чтоб, ну, потому что он и следит за вами, да. Здесь мужчина будет эту игру продолжать. И, возможно, у кого какие-то ссоры или недопонимания, попытается не просто начать сначала, а где-то исправить ошибки. Получится у него или нет, примете вы или нет, это другой вопрос. Сможет ли он все-таки попу свою поднять и двигаться, это тоже другой вопрос. Но эти мысли в его голове все время рождаются. Как мне это все разрулить? Я хочу косить под дурачка, но ведь нужно решить будет и глобальные проблемы в наших отношениях.
Да. И он верит, знаете, вот если этот мужчина встанет со своего кресла, со своего диванчика и начнет двигаться, то, знаете, будет исполнение всех желаний, и его игра будет стоить свеч. Вы будете говорить, вот, писать, мне он уже не нужен. А знаете, жизнь может так повернуться, что вы даже вообще не представляете. Я тоже против, когда прошлое возвращается. Потому что ну, 90%, ну, еще с худшим начинает выкручиваться. Но жизнь бывает непредсказуема. И прежде чем сказать «пошел вон», сначала подумайте это про себя, проанализируйте. Или скажите просто «мне нужно время подумать и обдумать. Я люблю тебя, милый, но себя я люблю еще больше». И тогда этот мужчина сделает верный шаг. Если вы ему не нужны, только выгода, он уйдет насовсем. Если вы нужны, он будет вас добиваться. Пишите в комментариях. Принимаю, благодарю, люблю. Задавайте вопросы какие-то. Подписывайтесь в Телеграм, вопросы задавайте. Но если вы задаете вопрос, будем ли мы с Сашком вместе? Нет, не будете, девочки. Как вы только задали этот вопрос в своей голове, знайте, значит, ваши отношения уже разрушаются или разрушены. Когда счастье и все идет вперед, такой вопрос не возникает. Пожалуйста, жду вас в Телеграм, мы там общаемся. Смотрите меня в Дзене и на других каналах. И еще посмотрите и отзыв, и открытие дорог на Вена, Ведунья Вивиена, да. И сообщество прочитайте. Пока-пока.